Это работа об одиночестве и об его восприятии как таковом. Я жил недалеко от столовой, и когда у меня были отношения, то я любил с ней готовить вместе. Когда они закончились, то мне готовить самому не хотелось, и я пошел в столовую. Там давали с собой пакетик такой, и в нем была пластиковая вилочка и тарелочка. Я дома кушал потом, вилку первую самую ту, я ее кинул в ящик стола. Однажды заглянул в этот ящик и увидел, что он полный пластиковых вилок. Когда я увидел это все вместе, квинтэссенцию, вот эти 144, как я потом посчитал, вилки, и понял, что с одиночеством так или иначе сталкивается каждый человек, и у каждого это проходит по-своему. Кто-то измеряет это, не знаю, в выкуренных сигаретах на балконе, кто-то засыпает с нелюбимыми людьми. Мое измерение — это вот 144 пластиковых вилки, 144 вечери на самоте. Вот так, такая история.